Суд в Киеве отклонил жалобу Михаила Саакашвили на отказ предоставить ему временное убежище в Украине. Он не сможет получить статус беженца. Впрочем, его защита намерена обжаловать решение. За ходом заседания наблюдала наш корреспондент Юлия Дрозд. Суд отклонил апелляции обеих сторон. Решение суда первой инстанции вступает в силу. Таким образом, Михаил Саакашвили остается пока без статуса беженца. И любого другого документа, который его связывает с Украиной, у него нет. Это не значит, что его сегодня же могут экстрадировать из Украины в Грузию. Окончательное решение в этом вопросе принимает Министерство юстиции Украины. Там же, как мы сегодня узнали, решили продлить экстрадиционную проверку Саакашвили на время его судов. Их у него как минимум еще три. Сегодняшнее решение адвокаты обжалуют в кассации.